Переболевшие коронавирусной инфекцией могут заморозить плазму крови для себя и своих близких. Эту процедуру делают в Казанском федеральном университете. И директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины КФУ Альберт Резванов прошел ее. В Татарстане КФУ является одним из инициаторов создания банка плазмы крови переболевших COVID-19. Сейчас на базе Республиканского центра крови такой банк создается с участием ведущих республиканских учреждений здравоохранения. Казанский федеральный университет в этой программе Минздравом определен как ведущая научная организация, которая отвечает за определение титра антител, то есть количество антител в крови переболевших. И только те, у кого этот титр выше, чем 1 к 160, могут стать донорами плазмы. Программа рассчитана на донорство. Человек, переболевший коронавирусом, сдает кровь, которая может быть использована для тяжелобольных пациентов. По сути, это переливание частички иммунитета, которая поможет другому человеку справиться с вирусом. Отметим, что пациент, имеющий антитела COVID-19, может стать донором не только для родственников и остальных людей, но и для самого себя. В Казанском университете мы предлагаем услугу по персонализированному хранению такой плазмы. То есть переболевший пациент может сдать плазму, мы ее соберем, будем хранить в биобанке при сверхнизких температурах в жидком азоте. И в случае, если у пациента, например, иммунитет со временем исчезнет, и если, не дай бог, пациент, например, повторно заразится коронавирусной инфекцией, то у него будет эта плазма с антителами против COVID-19 лежать в нашем биобанке. По словам Альберта Резванова, плазма крови может храниться вечно в жидком азоте при температуре минус 196 градусов по Цельсию. Плазмаферез – процедура безопасная в том плане, что из крови пациента удаляется только плазма, а все клетки крови, красные, белые кровяные тельца, они возвращаются в организм пациента, таким образом он не чувствует никакой анемии, его, скажем так, кровеносная система испытывает минимальную нагрузку. Желающий стать донором может обратиться в регистратуру научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины КФУ, который расположен по адресу Волкова, 18. Там можно будет заключить договор. Нужно будет пройти обследование, сдать тесты на то, что у этого человека, например, нет инфекционных заболеваний, которые передаются через кровь. И, по сути своей, это требования к донору такие же, как и для обычного переливания крови. Диана Желенкова, Ленард Влетьяров, Универньюз.